Это наш парк. Здесь очень-очень приятно пахнет. Так как здесь разные деревья, и в том числе есть эвкалиптовое дерево. Оно очень вкусно пахнет. Этот аромат, не передать его словами, очень, очень приятный, а еще и полезный. Посмотрите, какие пальмы. Они, кстати, тоже бывают разные. Я нашел мячик! Молодец. На этих пальмах, смотрите, как будто бы виноград растет гроздями. Нет, ну это и не виноград. Я, если честно, сама не знаю, что это, но вот на тех... Иди. Но вот на тех пальмах, если не ошибаюсь, растут финики.